Евгения, улыбнитесь, пожалуйста, насколько это возможно, да, в данной ситуации. Смотрите, у Евгении загинается носогубная складка, вот она идет, да? Если мы вот здесь ввели препарат, все хорошо, вот она загинается сколочка. Все, расслабься. Расслабимся. То есть и угол вкола мой должен быть, я меняю его, да? То есть я не отсюда пытаюсь забрать, не сюда. Ну вот видите, абсолютно короткая ребрышка. Здесь у меня провал, который не расправился. Расслабимся. А с ребрами расправится? Что вы знаете? Ну, Евгения у нас моментально, да, она очень чувствительная, вот она дала гиперемию и тут же отекает моментально. Бедный доктор, который ей когда-нибудь будет делать губы. Это нужно будет делать молниеносно. Проверить ощущение себя, да, вот так, проведя пальчиком легким прикосновением, проверить равномерность ваших колбасок. Ну и филер колем, да? Да, филер. Так, замечательно. Все, ребрами мы проработали вот этот залом кожный, и все будет замечательно. Это натекло такое? Да, я же поэтому говорю, она отекла, смотрите, сразу. Вся вообще. Обязательно смотрите, сейчас я договорю, да? Обязательно смотрите на одинаковость выправления вот этих площадок, да? То есть вы сделали одну сторону, другую, отошли, посмотрели, чтобы было на одном уровне. А то бывает, сделают одна проваленная, одна выше. То есть это должно быть равномерно. Вот легким движением руки. Ничего не массируем, ничего не разминаем, да? Сейчас мы видим следы от стежков, да, это следы абсолютно, и вы тоже, да, увидите. Через час, я думаю, это все у нас пройдет, отек сойдет, гиперемия сойдет, и все замечательно, все равно.